Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Фрэнка, Ютучка, Пипл, Дэн, Кирилл Геймер, Форевер, пацаны, скажите классные слова. Привет. Аллам алейкум, братья. Сегодня мы играем на карте Бикини Ботом и будем убегать от аниматроников с игры Security Breach Ruin. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. И аниматрониками сегодня нас управляют настоящие люди, поэтому будет очень весело и прикольно. Надеюсь, вы влепите лайкосик и подпишитесь. И залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Кто первый умрет, тот самый лошара. Вот он идет. Давай. Оп-па-па. Ребят, это очень страшно, когда он прям сзади. Да-да-да. А вот вы все, пацаны. Там здесь, нас нет, здесь нету. Да, давай, Гусюняк, иди сюда до домика Спанч Боба. А, они все там? Да, они все там. Беги, скорей. Бегу. Ребята, сейчас он кого-то только убьет, и ему сразу станет легче. Потому что реально одному очень сложно мочить пацанов. Да они просто бегают быстрее, чем я. Не, ну у тебя есть смысл обмануть как-то. Вот, сейчас ты убьешь, давай! Ну как ты не убил? А я не смог. У тебя жирные ноги, я говорил, худать тебе надо, ты не худаешь. Меньше кушай, меньше кушай. Давай, быстро много ешь. Я так и хотел, что в этой серии немножко Гусюняк пострадал. Тем более он сам захотел быть аниматроником. Неужели так сложно играть за аниматроника на этой карте? Все, я понял, где вы. Давай. А где мы? Все, они уже начинают разбегаться, очкошники. Да, а, и сам такой. Смотри, бежит, красавчик. Смешек. Смотри, смешек. Опа! Он со мной. Нет. Ты должен нас как-то обмануть, понимаешь? Да вон вы где все стоите. Так, может, там есть какой-то другой аниматроник немножко быстрее? Ё-моё! Я ж сам сказал, что они бьют на расстоянии. Блин, я хотел в последний момент, знаете, как обычно... Да я поддался, Гусонек, серьезно. Да я поддал! Я и говорю, что лохи будут. Да, ты лох. Лошарно. Еще да я говорю вроде, что второй будет лох. Нет, что ты врешь. Так, хорошо. Стрёмно, пацаны, да? А я иду вас мочить. Ну ты что делаешь? Так, Гусюняк, нам теперь надо их как-то окружить. В кооперативе. Я тебя ненавижу, Фрэнка. Ну кто, а чё я? Это всё Кирюха, вот. Это Кирюха, всё, у вас, смотри, какой-нибудь шанс. Стой, тогда стои. We friends. Ладно, всё. Нам идёт... Нам зайчик идёт. Маленький зайчик. Да. Маленький, нифига себе, я кабан толстый. Тучка, идёт в моё место. Так, надо нам как-то с Гусюняком договориться, что вас обмануть. Так как? А, вот, надо, чтобы один вход чекал, я их буду туда гнать. Вот, давай иди, там где домик Спанч Боба, я тебя тут жду, мы сейчас их обманем. Зайчик. А как ты, что, нас не увидел? А, ты нас видишь. А ты кто, зайчик? Давай, ну ты его не убил, ну как? Да ну ё-моё. Блин, ты же прям коснулся его. А, Дима, иди там, это, короче, на скале где. Давай, я тут их жду. Они уже убежали как-то. Нет. Ах ты, зараза, перепрыгнул меня. Есть. Убил? Да. Ой-ой-ой, нас уже ребята трое. Капец, они реально все такие очкошники, ты один, Дима, только смелый был. Ну да. Не, я просто думал, что я тебя обману, я не знал, что прям очень такой большой радиус убийств. Ладно, идемте все втроем вот так вот. Стеной будем идти. Стеной. Какая там стена? Стена на стену, аниматроники палочка. Против людей. Давайте, идите сюда. Я нашел их, Давай, где Дима, они? Дима, они опять на скале. Да, я иду туда. Ну что, щенки? Ну что вы? Как же вам повезло. Реально повезло, они перепрыгнули просто. Да, Кирилл, не этот, спотыкайся, пожалуйста. Есть, наконец. Убил? Все. Да. Есть, попи шерсть, Тучка. Ты же такой вроде бы как бы неплохой игрок был. Да скилл пропал, извиняюсь. А, да? Все. Ты, короче, деградируешь. Да. Ага. Сейчас я, да. Давай, покажи, как надо медленно бегать, как мы. Да уже, сейчас показываю. Так, я еще никого не убил, мне это очень не нравится, потому что реально хочу кого-то убить. Я один только всех убиваю. Еще кого-то убили? Убил, с первого раза убил. Да ладно, нет. Пацаны, вы что, поддаетесь? Нет, они не поддаются. Не поддавайтесь. О, вижу. Вот они, втроем бегут, давайте. А где? Нас, ребята, мы их обманем. Где они находятся? Дай инфу. Ай, блин, я так думал, что я все-таки его встречу, но шанс был хороший. Фрэнк, стой, пожалуйста, брат. Променионы, пожалуйста. Все, прощай. Брат, нет. Так, ладно, давайте бежим там, где они. Пацаны, инфу, где они? На скале опять. А вы задрали, эй, скалолисты. Эй, зайчиков так много.
Потому что мы хорошие очень. Плохой зайчик. Хорошие. Не обзывай меня. Не убить хочешь, зайчик. А, что ты говоришь? Да блин, а как я не убил? Да как? Пацаны, я его согнал. Димас, ты не поводил. Тихо, тихо. Блин, я прям рядом был возле него. Бегите. А что, так, ладно, айфон. Погнали дальше. О, бегите, глупцы. О, давайте возьмем другого аниматроника. О, так этот побыстрее будет, чем мы за этого зайца играли. Кто именно? Ну, этот Фредди. Это... поломан. Фредди. Он быстрее. А все равно, уже взяли. Нет, ну да, да, да. Ё-моё, представьте, я поставил NPC, он прямо на него наткнулся и проиграл. Блин, даже NPC его убить смог, а я нет. Да что такое? Сколько крафтикрады? Меня в угол зажали, гад. Да упади ты уже наконец-то. Так, пацаны, давайте я перекличку. Кто еще живой? Я. Ееее, я в соло остался. Ты один остался? Нет, я еще живой, но меня зажали. А, я вижу, вот он, пацаны, я его сейчас убью. Ой. Мочите его, дайте мне выйти. Ладно, давай спрыгивай, мы тебе даем шанс. Спрыгай, и мы тебя не будем 3 секунды убивать. Раз, два, три, все, убивайте его, все. Так, давайте, я думаю, что надо идти сюда на опережение, я его сейчас убью, смотрите. А где он? Где отсюда? Стоп, а кто? А, ладно. Я остался последний. Есть, давай, ты красавчик. Давай, если ты 2 минуты сейчас проживаешь, то ты победитель. 2 минуты, пацаны. Все, время пошло. 11:15. Все, все. Убили, убили. Так, давайте сделаем теперь выживание. Я буду один против вас всех. Давайте, берите аниматроников. А я постараюсь повыживать один. Ты меня убил, NPC? Дим, ты проиграешь. Нет, я убил. Нет, я не проиграю. Я буду жить хорошо очень. Не-не, Дим, ты проиграешь. Ну все, давайте, я готов. Беги. Щенок. Отлично, ребята. Вот это стрёмно, когда я один остаюсь. Так, сразу говори, где ты, я сейчас тебя найду. А, я в это, там, где подвал. Куда инфу? А, канава. Да. Подвал подводный. Он в канаве. Но я сейчас делаю максимально долго прожить. Он в скале, кажется. В скале? Да, в скалу забежал. Да, вон он. А! Ё-моё, я так дёрнулся! Ёкалэмэ, да я прям на него напрыгнул! Ну блин, ну ё-моё! Я так быстро умер, что ли? Давайте еще разок, пожалуйста, реально хочу еще раз попробовать. Хорошо. Давай. Ну ё-моё, это я испугал. Блин, я аж чуть со стула не свалился, серьезно говорю. Блин, это жесть просто. Не бойся. Ну все, я готов, давайте. Покажите вещи. Тебе фору 5 секунд. 5 секунд. Раз. Да все, я готов. Ладно. А, где? Я в пещере. А, хорошо. Нет, он не в пещере вроде. Я в пещере. Кунишка. А, я, наверное, не понял, где это. Сидим, ты проиграешь. Нет. Блин! А! Нет, блин! Дима, я тебя реально там не заметил, тебе не было прям видно. Да? Офигенно, вот это классно. Опа, опа, так. Приближается резкий прыжок. Не получилось. Прыжочек. Прыжок. 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 Блин, ребята, это класс. Надеюсь, вы поставите лайкосик обязательно за то, что я так страдаю. Ну чё, давай. Давай. Оп-па-па. Смотрите, резко бегу в эту сторону. Опа, обманул. Так. Бегут. Так, окружает резко. Прыжок. Отлично, я смог обмануть. Хорошо держусь. Вот этот раз я уже прям хорошо. Опа, ай, блин, я споткнулся в вонючий кактус подводный. И что это за будка была? Блин. Ой, ё-моё, я так дёрнулся сильно. Да хорош, я уже умер, всё. А я возродиться не могу, пацаны. Ребята, теперь гусанёк один против всех нас. Проверим, сколько он продержится. 3, 2, 1, погнали. Всё, прощай, гусанёк. Только на высоту нельзя залазить, как договаривались. А мне кажется, гусанёк вот здесь вот. Второй наставник. Правда. А, нет, все сюда пришли. А, думали, что он... Вот он, в трубе, быстрее! Он в трубе? Да, пацаны, он пошел там, где крючок, в ту сторону. А, он там. Где чамбаки? Я понял. Так, вот он здесь. Он из спанчбоба. А может он сзади, это и будет, это... Нет, блин, смотри, зараза, оторвался. Где он спанчбоба, где он спанчбоба? Все туда. Быстрее. Вы его видели там? Да, он на скале. Эй, скалолаз, слазь.
Все, давай, я за ним иду. Я пошел. Не, просто окружайте его, просто окружайте. Встаньте подальше, что потому что он делаешь? Может прыгнуть. Он уже прыгнул, походу. Да, он прыгнул. Нет, ах, ты я не прыгал. Где он? Неправда, я бегаю. Ой, то есть, ну да, короче. Ну, ага. Я понял. А его нету короче, уже, да? Короче, теперь ищите. Ты задрал, ныкальщик. Усяра, иди сюда, мы тебя убьем. Он в траве, наверное, не? Ты думаешь? Ну у него еще скин маленький, понимаете? У него есть преимущество небольшое. Я не кузнечик. Пацаны, он возле Красти Крабс. Вот он по кругу бегает. Я понял. Ну, давай, давай, давай. Ага. Ага. Че, убежал? А? Ну, да. Ты говнует. Да смотри, прям хорошо играет. Просто я, видите, не поддавался, он, ой, поддавался. На этой карте лучше своя играю. Как? Я не на скале, я бегаю как. На скале, он на скале, он на скале. Бесишь, блин. Что, он спрыгнул? Стой, нет. Ой. Да вы не убили его, да как? Ребята, следующий левел для гусанька. Теперь надо оторваться от этих аниматроников. Вот теперь шанс у тебя маленький. Я думаю, что 2 минуты и гусанек сливается. Ой, блин, я тут в канаты застрял. Эй, аниматроник, пацаны, в трубу не залазьте, он не походит здесь. От ё-моё, блин, жопа. Он сейчас в трубу залезет. Реально, кстати. Ну ничего. Я в трубе. Ты что, издеваешься, что ли? Да не верьте ему, он специально наврет. Чё за движ, Париж? Вот это скорость у этого аниматроника, ребята. Движ, Париж. Мне вот просто интересно, меня здесь кто-то заметит? Я вот вроде на таком видном месте. Ну, у тебя же скин маленький, то, конечно, мы тебя не заметим. Ну, попробуйте. Вот это он быстрый. Нам главное тебя сейчас найти. Мы перемещаемся, мы реально... Нашел. Ты был и скоро. Нашел? Мгновенная смерть. Он в туалете прятался. Ах ты, сральник вонючий. Это не туалет. Туалет. Ребята, последняя битва. ПВП. Каждый сам за себя. 3, 2, 1. Полетели. Я убил, я? Убил, убил. Да ю, ну как? Ну как? Так, наблюдаем, ребята, как они воюют между собой. А вы где? А, вот один стоит на скале. Близко не подлетай, чтоб не убил меня. Ну давай! Кто? Вот не понял, сейчас опять друг друга может убить, смотри. Мы съели друг друга. А, нас так же. Нет, он живой, смотри, он еще живой. А, я живой, я живой. А как это так работает? Не знаю. Ну все, гусенек, пока месяц ты один остался выживший, что ли, все? Нет, я. А, еще один. Кирилл. А где он? Короче, Кирилл, давай честный ПВП поединок возле Красти Крабс. На меду, давай на меду. На мусорках. На длину, давай, иди. На коврах встречаемся, пацаны. Без крысерства. Вот он, а это не он, а это он. Это он, это он. Так, наблюдаем, кто же победит. Я это засниму. Отойдите, отойдите все, чтобы я с другим не убил. Давай, раз, два, три. Все, я победил. Я не понял, что произошло. А, ладно. А, все, я победил. Гусонек, ты видел, вот какие-то читы опять вонючие свои, поэтому выиграл. Блин, это жесть. Ладно, Гусонек, ты победитель в этой серии, 100%. Согласны, пацаны? Я всегда это знал. Конечно. В следующий раз мы тебя не берем на запись, ну тебя нафиг. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока, ребят. Все, всем пока.